Всем привет! В этом видео, как и обещал, будем говорить о защите капитала и посмотрим пример финансового плана. Это заключительное видео из серии «Нулевая ступень в инвестициях». Прежде чем вы начнете реализовывать свои финансовые цели, которых у вас, думаю, немало, необходимо подумать о том, как защитить свой капитал. Тот самый капитал, который вы будете создавать, потом инвестировать и приумножать, а в конце концов использовать для реализации своих целей. И речь здесь пойдет не о защите от инвестиционных рисков, как многие могли подумать, а о защите от непредвиденных обстоятельств вашей жизни. Давайте поясню, что я имею в виду. Смотрите, я настоятельно рекомендую, чтобы в первую очередь вы сформировали себе страховой фонд. Некий запас денег, которого вам хватит, чтобы переждать различные неурядицы и проблемы, из-за которых может сократиться ваш денежный поток. Я думаю, многие в свете последних событий с пандемией, с карантином ощутили на себе необходимость такого страхового фонда. Наличие такого запаса прочности, так называемого, да, позволит вам сохранить семейный бюджет, позволит не отклоняться от финансового плана и, самое главное, позволит вам сохранить свой инвестиционный портфель. Почему так? Потому что, ну давайте представим, да, если нету денег, если денег неоткуда взять и есть какая-то сумма на брокерском счете, то откуда вы будете брать банально там, ну, на продукты, на повседневное питание? Естественно, вы будете вынуждены просто снимать часть средств со своего счета, часть средств или все средства. И понимаете, дело в том, что далеко не факт, что вы сможете продать свои активы по хорошей цене, по приемлемой цене. Поэтому, еще раз повторяю, наличие личного страхового фонда – это залог устойчивости бюджета и безопасности инвестиционного портфеля. Если сейчас, допустим, вы не располагаете таким фондом, то можете, в принципе, сделать это целью номер один в своем финансовом плане, то есть создание такого фонда. Итак, какой должен быть размер страхового фонда? Четкого ответа на этот вопрос не существует. Но я бы рекомендовал собрать сумму не менее 3-месячных доходов. Сам я определил для себя размер фонда в 6 семейных бюджетов. Это дает мне некое чувство защищенности и спокойствия, в том числе и моей семье тоже. Но, как правило, достаточно, в принципе, достаточно и 3-месячных бюджетов. Этого времени должно хватить, чтобы там, найти новую работу или восстановить текущий денежный поток, который у вас был, и так далее, и так далее. Следующий вопрос – это как накопить. Опять же, в качестве общей рекомендации можно посоветовать откладывать 5-10% от своего месячного дохода. Если можете больше откладывать, то замечательно, откладывайте больше. Если не можете, ничего страшного, откладывайте хотя бы что-то. Поверьте, даже минимальная сумма – это лучше, чем ничего. И последний вопрос по этой теме – где хранить свой страховой фонд? Здесь нужно исходить из того, что вам нужно, возможно, понадобится в какой-то момент получить эти деньги, получить наличность. И, возможно, это потребуется сделать достаточно короткий срок. То есть здесь предпочтение нужно отдавать ликвидным инструментам. Самый простой способ – это банковский депозит. Можно также рассмотреть облигации федерального займа с короткими сроками погашения. Про облигации будут отдельные видео, там я расскажу об этом немного подробнее. Пожалуй, это все, что касается страхового фонда. И давайте теперь, как я и обещал в предыдущем видео, я покажу пример финансового плана. Перед вами сейчас пример финансового плана, сделан он в Excel. Подробно о составлении подобного финансового плана я сейчас рассказывать не буду. Эта тема достаточно емкая, обширная. Поэтому просто в двух словах расскажу, что здесь представлено именно в данном конкретном финансовом плане. В данном финансовом плане есть краткосрочные цели 3-5 лет. То есть это и подушка безопасности, про которую мы разговаривали. Это сбор ребенка в школу в качестве цели. Да? Это покупка квартиры, поступление в университет детей, покупка машины. Вот, как возможные варианты финансовых целей. И также есть долгосрочные цели. Это финансовая свобода. Она же пенсия, можно ее назвать. Этот финансовый план, шаблон так называемый, да, финансового плана, я показываю вам исключительно в качестве примера. То есть не нужно на него специально ориентироваться, не нужно брать его за основу и так далее, и так далее. Это просто один из примеров, как он может выглядеть.
потому что здесь достаточно много различных пояснений, как вы видите, тут стрелочки, это увеличение расходов семьи, здесь есть вот такими стрелочками показаны прогнозируемые, да, переходы излишек в другие категории, опять же, это в принципе, так как это краткосрочные цели, то, как правило, это будет, это может быть один инструмент, это могут быть те же облигации, то есть это не обязательно, что это вот под каждую цель какой-то конкретно отдельный инструмент, просто они здесь разделены для удобства. В качестве примера, просто как картинка, вот таким образом может выглядеть финансовый план. Здесь учитывается ставка инфляции, где она учитывается, вот, в расходах, то есть расходы семьи, которые вы определили, они постоянно увеличиваются на ставку инфляции, то есть из года в год. Здесь же есть дополнительные расходы, которые появились, то есть прогнозированы, что в этом году еще увеличатся расходы на такую сумму в среднем. И так далее, и так далее. Ставка сбережений, это выбрано для реализации краткосрочных целей. Видите, вот этих. Ставка портфеля, она используется для долгосрочных целей. Вот здесь в качестве долгосрочной цели финансовая свобода, она же пенсия. Видим, то есть ставка доходности нашего портфеля. И так далее, и так далее. Естественно, нужно понимать, что любой план, этот план, какой-то другой, там, самый простой, неважно какой, то есть с течением времени он может корректироваться. И с вероятностью в 90% он будет корректироваться, потому что какие-то новые вводные появляются, что-то пошло не так, что-то пошло лучше, что-то хуже, в жизни как бы бывает всякое. Но подобный план позволяет увидеть картину в целом, да, то есть понимание, какие цели, сколько у вас примерно хотя бы времени займут, как вы на них откладываете, сколько получаете, какие траты и так далее, и так далее, и так далее. Еще один интересный момент, который позволяет отследить подобные и другие, да, планы, покажу на примере диаграммы. Это рост активов. Можете наблюдать эффект сложного процента, эффект капитализации процентов. То есть кривая у нас уходит вверх. Переходим на наш план и давайте, к примеру, прогнозируем. Я здесь уже отметил, когда прогнозируем. Спрогнозирую, в 2040 году у нас не будет больше доходов. То есть доходы мы с вами исключаем. Вот здесь ставим 0. То есть у нас с вами есть только расходы. Вот смотрите, теперь обращаем внимание на строку активы. Активы у нас с каждым годом росли, росли, росли. В 2040 году мы прекратили получать доход, вышли на пенсию, перестали работать. Неважно, что вот решили в 2040 году, не буду больше работать, все, не хочу, надоело. Расходы же никуда не делись, правильно? Соответственно, свободные средства у нас теперь со знаком минус. То есть нам нужно откуда-то брать деньги, чтобы жить. Можно заметить, что колоночка активов начинает потихонечку снижаться, строка активов. На графике это очень замечательно видно. Вот примерно вот так. Оп. И все. И вот где-то какой-то 2047, да, через 7 лет, грубо говоря, 7-8 лет уже в минусе. Давайте вернем обратно 2040 год. Формулу верну. Другой вариант. Наш вариант. Мы составили план, мы примерно посчитали, прикинули, вынесли какие-то коррективы с течением времени, не без этого. И поняли, что работать мы будем прекращать в 2045 году. Ставим 0. Вот мы не в 2040, да, еще 5 лет повпахиваем, поработаем, а вот через 5 лет все, прекратили работать. Живем только на то, что есть. Смотрим на диаграмму. Вот он, переломный момент. Но кривая продолжает расти. И еще раз скажу, что финансовый план – это ориентир. Это дорожная карта. Знаю, называйте как хотите, но это не догма. То есть она будет корректироваться. И это нормально. Это нужно принять
и в определенные, то есть, периоды вносить изменения, которые у вас происходят в жизни. Увеличение расходов, уменьшение расходов, увеличение доходов и так далее, и так далее, и так далее. Возможно, какие-то цели поменяются, приоритеты поменяются. Это все может случиться, но наличие подобного плана позволит вам двигаться правильным курсом, тем, который вам нужен. В завершение немного самых распространенных отговорок, некоторыми из которыми я сам в свое время грешил. Первый из них – я мало зарабатываю. Это на самом деле, простите меня, чушь. Я тоже мало зарабатывал, просто в некоторых моментах нужно мерить не абсолютными значениями, а относительными. Никто не говорит, что нужно минимум там, по 10 тысяч или по 50 тысяч ежемесячно направлять там, на формирование собственного капитала. Нет. Достаточно начать с 5-10% от месячного дохода, столько же, сколько для формирования страхового фонда. В относительном выражении это на самом деле небольшая сумма. Она, в принципе, я считаю, доступна практически каждому. Но большинство почему-то думают, что нету никакого смысла откладывать небольшие суммы денег, мол, это мало. Они думают, что вот я начну там сотни тысяч зарабатывать, тогда я откладывать что-то начну и так далее, и так далее. Это так не работает на самом деле. Если вы не научились откладывать, зарабатывая, допустим, 50 тысяч, если вы не научились управлять своим капиталом там, на маленьких суммах даже, то, скорее всего, вы также не будете откладывать, когда будете зарабатывать там 100, 200, 300 и так далее. Это просто обычная человеческая психология. Начните прямо сейчас откладывать по 5-10% от своего месячного дохода. Вы увидите, что уже через год будет результат. Возможно, и раньше. Следующее интересное мнение. Надо много зарабатывать, чтобы не думать о бюджете. Поймите, что капитал сам по себе не появляется только от того, что вы много зарабатываете. Я вам больше скажу, вполне реальна ситуация, когда один человек имеет гораздо больше капитал, чем второй, при этом зарабатывает в 2-3 раза меньше. А бывает и так, что, например, у этого второго не только нет своего капитала, но и к тому же еще полный кошелек кредитов. Такое тоже вполне реально. Поймите одну такую вещь, что с приходом большого заработка, скажем так, знания в области управления финансом, в области создания своего капитала, они автоматически не появятся у вас. То есть это нужно формировать сейчас. Так, едем далее. Интересное мнение по поводу инфляции. Инфляция все равно съест все мои накопления. Как бы, да, есть в этом доля правды, есть в этом какой-то смысл, но мы же с вами не собираемся хранить деньги под подушкой, да? Даже, в принципе, не собираемся хранить деньги на банковских депозитах. То есть речь не об этом. Поэтому сетовать на то, что все равно инфляция все съест, зачем мне что-то откладывать, зачем мне что-то накапливать, что-то создавать, это реальная отговорка просто. Вот и все. И еще одно интересное мнение, с которым сталкиваются новички, это введение бюджета сделает меня богатым. Увы, нет. В первом видео я уже говорил, что учет доходов и расходов без анализа – это пустая трата времени. Еще раз напомню, недостаточно просто вести бюджет. Если будете вести просто бюджет, вы получите знания, куда уходят, откуда приходят и сколько. Ну, это замечательно, это уже хорошо. Но необходимо научиться эффективно управлять своими финансами. То есть анализировать полученные данные и принимать определенные шаги к увеличению профицита бюджета. При составлении финансового плана вы тоже можете столкнуться с некоторыми проблемами. Давайте о них немного поговорим. В первую очередь это неверная оценка доходов. Например, при доходе в 50 тысяч вы планируете себе покупку квартиры стоимостью, допустим, 5 миллионов рублей через 3 года, при этом не имея никаких накоплений. Это то, о чем я также говорил в прошлом видео. Соизмеряйте свои доходы со своими целями, точнее со сроками, которые вы себе устанавливаете. Тогда не будет разочарования. Следующая проблема – это отсутствие дисциплины. План составили – хорошо, но его также нужно придерживаться. Систематически выполнять определенные действия, откладывать, инвестировать деньги – это требует определенных усилий. Далее, неверный выбор инструментов. Тоже своего рода ахиллесова пята всех финансовых планов. Например, вам в отпуск через полгода. Вы в качестве инвестиционного инструмента для этой цели выбираете акции какие-либо, да? Отдельные или фонд акций. А спустя пару месяцев, допустим, приходит март 2020. Вот как сейчас было, да? Или июнь 2008, что интереснее еще. И все. И условные, допустим, 100 единиц, которые вы инвестировали в акции, превратятся
в 30 условных единиц или в 40 условных единиц. Получается, что у вас нет места для маневра. То есть вам деньги нужны уже сейчас. Вам через полгода нужно ехать в отпуск. Поэтому для каждой цели, для каждого срока, который вы установили для своей цели, нужно подбирать определенные инструменты. Чем больше горизонт, тем более рискованный можно позволить себе инструменты в портфель. Эту тему я уже вкратце затрагивал в прошлом видео. Более подробно я об этом расскажу в дальнейшем, в следующих видео. И последняя распространенная ошибка, о которой мы сегодня уже говорили, это отсутствие защиты капитала. Эффект может быть, в принципе, точно такой же, как при выборе неправильных инструментов. На сегодня все. Этим видео заканчивается рубрика «Нулевая ступень в инвестициях». И далее мы перейдем к рассмотрению вопросов, касающихся непосредственно инвестирования. В следующих видео поговорим о различных подходах в инвестициях, и вы сможете решить для себя, какой из них наиболее подойдет вам, в зависимости от целей, планов, от вашей занятости, багажа знаний и опыта. Закончить это видео хочу словами Бенджамина Грэма и сказать, что стать успешным инвестором на самом деле проще, чем многие думают. А вот стать выдающимся инвестором гораздо сложнее, чем многие могут себе предположить. Оставляйте вопросы в комментариях. Всем пока и до новых встреч через неделю.